В ритме танго дизайнер обуви Тимур Исмаилов живет уже 7-й год. Увлечение пришло в его жизнь не случайно. Среди его клиентов было много танцовщиц-бальниц. Они и предложили попробовать себя в танце. Девочки пригласили, чтобы я мерки снял для обуви, ну, для танцев обувь сделал им. Ну и говорят, ну посиди, сейчас урок закончится, да, мерки снимешь. Ну, потом преподаватель спрашивает, ну как? Я говорю, ну шикарно. Теперь обучает аргентинскому танцу всех желающих, в том числе и дочь. Папа есть папа, он дает поблажки, когда мы танцуем. А так, если что-то не получается, то он сосредоточен, и это передается и мне. Для своего рода танцевального спарринга, когда нужно отработать сложный элемент, Тимур использует такие вот трости, связанные между собой лентой. Они имитируют партнершу в отсутствии таковой. И считаю очень удачное приспособление, мое ноу-хау, нигде я больше этого не видел. Вот. И чтобы не мучить девочку новыми элементами, которые девочка еще не знает, нужно отпрактиковать их на палочках. Танго для Тимура – хобби, в отличие от основной профессии. Кроме того, Тимур Исмаилов еще и профессиональный дизайнер обуви. Мы находимся в его мастерской. За более чем 20-летнюю карьеру он создал тысячи пар обуви. А эти колодки над моей головой – лишь часть проделанного труда. Разные мастера по-разному говорят. Ну, по мне, так самое сложное в обуви – это колодку сделать. На ее создание у мастера уходит день. Такие приспособления имитируют стопу заказчика вплоть до миллиметра. Особенно это касается женской обуви. Женщины, они более, ну как сказать, требовательны, что ли. Потому что мужчина что, он одел, затянул, да, нормально и пошел. А женщина нет, она смотрит форму каблучка, вот такой ей каблук не нравится, такой я хотела другой, а там разница в миллиметр может быть. Нет. В общем, когда женщина заказывает, она заказывает как профессионал-обувщик. С требовательным клиентом растет и сам мастер. Ну, конечно, это еще не все. Здесь каблучок и подошва кожаная. Ну, в общем, ну, мне нравится, не знаю. Тимур Исмаилов – самоучка. Ремеслу хоть и обучался в специализированных учреждениях, но истинным мастером пошива стал благодаря самообразованию, в том числе у именитых обувщиков. 20 лет уже прошло, но все равно каждый день что-то новое происходит. Ну, в начале пути главное, ну, не сдаваться, да, то есть не получилось, особенно это же, как говорится, не в шифонер ставятся, да, то есть люди будут ходить. Так выглядит финальный продукт, как я отдаю клиентам. Мешочки, логотип. Вот. И вуаля. Это танго-обувь. Ну, вторую достану. Вот. Клиент из Краснодара, правда. Ну, как правда, о. Они уже хотят танцевать. Еще один интерес Тимура – вышивка из кожи. Своеобразные казанские узоры начал изучать недавно и даже изготовил специальный станок, который используют при этой технике вышивки. Узор может быть совершенно разный, да, то есть вот все кусочки можно использовать. И осталось здесь вот у нас 5 деталей зашить, и получается подушечка. Сегодня Тимур Исмаилов делает практически любую обувь. Его работы пользуются спросом и за пределами Крыма. Руслан Минаев, Асан Ибрагимов, телеканал «Миллет».